И к еще одной дорожной теме. На новой части Московского моста появился непонятный трамплин. Ситуацию разъяснили в управлении ЖКХ и благоустройства Чебоксар. В Московском мосту проводили работы по укладке трубопровода, однако рабочие нарушили технологию. Искусственная неровность довольно заметная, видно, как автомобили подскакивают на трамплине. Вчера при производстве работ подрядной организации на Московском мосту методом горизонтального бурения производились работы. Во время производства работ произошел сбой оборудования, в результате чего изменилось направление бурения. Как результат, была деформация наружного слоя асфальтобетонного покрытия, которое в ближайшие дни будет устранено генподрядной организацией, ну, естественно, за счет собственных средств. Для моста опасности никакой абсолютно не представляет. Движение, как вы видели, двигаются. Единственное, конечно, имеется деформация примерно сантиметров 20, которая, естественно, влияет на движение транспорта, затрудняет его. Но в ближайшие дни, как я сказал, это будет устранено.